Хотим поздравить вас с Днем города и пожелать вам развития и процветания. Ну а сегодня мы надеемся, что дождь нам не помешает, да? И тогда давайте все вместе по хулиганию! Yeah.
Но чего-то не хватает. Ребята хорошо пели. Мне кажется, нужно танцевать еще. Ребят, потанцуйте с нами дальше. Давайте мы стоять на местах. И жить без стандартов. Скучно. Я люблю ваше. У меня свое лицо.
сделать мне музыку потише. Спасибо. А у меня еще одна просьба. Можем сейчас спеть мою любимую песню? Какую? Ладно, я подскажу. Что для тебя любовь, Юль? Любовь — это искренность. Для меня любовь — это бабочки в животе. Для меня любовь — это доверие. Любовь — это чувство. Согласна. А для меня любовь зажигает сердца, поэтому я предлагаю поднять свои фонарики на телефонах и показать, сколько счастливых сердец у нас сегодня тут. Пожалуйста, сделать девчонок, у меня в Инейре вообще нет звука. Есть только музыка. Да, спасибо. А я предлагаю поиграть в одну игру. Давай. Девчонки, вы хотите? Конечно, я хочу. А вы хотите? Точно? Сегодня праздник, все хотят играть. Давай, рассказывай. Ну что ж, я предлагаю нам поделиться на три команды. Ого. Хорошо. Мы забираем эту часть. Привет! Мы с Юлей забираем эту часть. Тогда я забираю вот эту часть, середину. И сейчас каждая команда со своей командой должна показать, как нужно громко кричать. Давай, когда капитан команды поднимает руку, ребята на счет три очень-очень громко начинают кричать. Хорошо. Хорошо. Договорились. Ну да, и начнем с той стороны. Ой, смотри, есть предложение не просто кричать «а», кричать «небр». Давай, окей, супер. Начинайте. Хорошо, мы начнем. Мы классные, мы начнем. Ну давай. На счет три. Раз. Подожди, нет, слишком быстро. Ребята, мы очень громко сейчас кричим. Громче, чем все они будут. На три. Раз, два, три. Это самое лучшее начало. Молодцы, ребята. Теперь ваша очередь. Ангелина, давай так. По очереди, давай. Хорошо. Готовы? Хорошо. Ребята, вы же понимаете, что это был просто разогрев. Давайте покажем, как нужно по-настоящему кричать.
Давайте. Вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Еще, еще. Ребята, простите, я прерву нашу игру, но потерялись вот два малыша. Звоните, скажите, как вас зовут? Родители, смотрите внимательно. Олег, вы с кем пришли сюда? С бабушкой. Таней. Ага. Если бабушка Таня видит своих ребяточек, объявитесь, они будут за кулисами. Фамилия. Фамилия какая? Фамилия. Хансель. Хансель. Угу. Бабушка, знаете, что ваши дети за кулисами? Да, да, да. Нашлась бабушка. Отлично, спасибо большое. Спасибо огромное. Ну что ж, я предлагаю, чтобы все вместе сейчас закричали очень-очень громко. Готовы? Раз, два, три! Давайте с таким же классным настроением продолжайте, продолжайте. Уже так долго? 6 лет, правильно? Почти. В октябре будет уже 6 лет, как мы вместе. А вы помните, с чего все это начиналось? Да, я понимаю, на что ты намекаешь. Наша спасибо. Самая первая песня. Ребята, как она называется? Громче! Как-то не уверена, шоу! Ну что, готовы исполнить ее? Погнали!
Ребята постоянно смотрят свои телефоны. Я, конечно, понимаю, что мое поколение, там, 21 век, социальные сети и так далее. Но мы редко бываем у вас в городе, поэтому я предлагаю, чтобы мы убрали телефоны и просто кайфовали от момента. Согласны? Согласны и убираем тогда. А то согласны, если я слушаю? Да! Будет хорошо.
ребята, сейчас я предлагаю, чтобы каждый из вас показал, насколько вы круто умеете танцевать, и покажем, кто же здесь поколение танцы! Только про себя и только про свои проблемы. И иногда таким людям хочется сказать «Stop people!» Мы стремимся никуда. И послушайте, дай за свет,
Важная песня. Как и для нас, я думаю, так и для вас. Мы с вами дети, подрастающее поколение, которое может изменить этот мир к лучшему. Мы за мир во всем мире. Что-то в мире случилось такое. Сердце стало у всех ледяное. О любви и мечте забывали, и все чаще близких теряли. Get down!
сделаю селфи на память. А почему так тихо? Точнее, твоя рука, и ты будешь управлять голосами ребят. Ну, смотри, мы уже играли в голоса, есть еще одна игра, я предлагаю сыграть. А, я знаю, еще круче, давай, рассказывай. Ребят, вы знаете все наши песни? А вы уверены в этом? Я предлагаю проверить, сделать такой маленький тест Китцера. Я начинаю любую строчку с любой песни нашей, а вы должны продолжить. Попробуем? Окей, прыгай, прыгай. С нами! Привет, отлично, но чего-то не хватает. Согласна. Да, я тоже это заметила. Что? Драйва какого-то. Драйва? Энергетики. Энергетики. Круто поют песню, знают слова, но все стоят на месте. Как я предлагаю сейчас показать, как нужно это правильно сделать. Девчонки? Давайте, давайте, покажите. Ну, только не подведите меня. Поехали. Прыгай, прыгай. Прыгай выше головы. Прыгай с нами. Прыгай выше головы. Все понятно? Танцуем, поднимаем ручки вверх и веселимся, хорошо? Теперь следующая песня. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. Ну что, готовы к следующей песне? Да. Меня так тянет. Хулиганит. Да меня тянет. Хулиганит. Еее. Ну и последняя, самая сложная, мне кажется. Увидела солнце ясное. Молодцы! Давайте споем ее. И сегодня все вокруг нас.
что в гостях была. Днепр, как дела? Насколько ребята вообще умеют прыгать? Вы умеете прыгать? Да! Покажите. Все умеют прыгать. Все умеют прыгать? Ну, не знаю, на некоторых концертах ребята вообще не прыгают. На наших. Поэтому я хочу проверить. Помоги мне. Хорошо. Итак, на счет три. Начинаем очень высоко прыгать. Все вместе. Не ленимся. Хорошо? Раз, два, три. И прыгай, прыгай. Выше головы, прыгай. С нами. Прыгай выше. Я же говорила, что не все умеют прыгать. Я говорила, что не все умеют прыгать. Да, тут только единицы, там по два человека, по три прыгают, тут вообще никто не прыгает. Ребят, обучалка, для того, чтобы прыгнуть, нужно немножко присесть и оторваться от земли. Повторили все. Раз, два, три. Присели и оторвались. Все просто, видите? Поэтому я предлагаю, чтобы на наш припев все очень-очень высоко попрыгали и пели вместе с нами. Поехали! Наша, а не Децла. Улица за нами, без кипов. Слышишь, двигайся, как вы, если тоже хочешь.
Очень крутая песня. Как она называется? Ребята, вы успели выучить?
Thank you.
Нам было безумно приятно с девчонками провести с вами время. Вам желаем хорошего праздника. До новых встреч. С вами были Open Air.